Площадь закрывается. 19 ноября парковка напротив городской администрации превратится в стройплощадку. Там начнут возводить ледовый городок. Работы займут полтора месяца. В этом году тема главной городской елки – сказы Бажова. Со дня рождения писателя исполняется 140 лет. По задумке, в центре уральской столицы вырастет зимний лес. В нем поселятся любимые герои сказов – Великий Полос, Серебряная Копытца, Данила Мастер и, конечно, хозяйка Медной горы. Лабиринт напомнит посетителям уральские самоцветы, ну а главная горка городка получит название «Каменный цветок». Традиционно во время строительства пройдет фестиваль ледяных скульптур. В нем примут участие 10 команд из разных регионов России. Каждая из них создаст свою сказку по мотивам Бажова. И, наконец-то, спустя много лет, площадь украсит не пластиковая, а настоящая 20-метровая ель с яркой иллюминацией. Простоит ледовый городок до 20 января.